Приветствую. Меня зовут Павел Колесов. Я эксперт номер один в мире по устранению внутренних конфликтов. И мой персональный сайт pavel-kolesov.ru. В инфобизнесе я с 2011 года. Тренинги веду с 2000 года. То есть опыт у меня вот вагон и маленькая тележка. На инфотрафик и конверсию я приезжаю с 2016 года. 2017 пропустил, к сожалению, приболел. 18-й, 19-й. И моя традиционная фраза – сюда ехать не надо. Мне конкуренты не нужны, потому что здесь реально выдаются очень крутые, очень классные фишки, кейсы, подсказки. Причем здесь, в общем, для меня это делится на две составляющие. Вариант номер один – то, что вещают спикеры со сцены. Круто, классно, здорово, но это, как сказать… Ширпотреб, то, что уже откатаны. Самое интересное лично для меня происходит тариф коридорный, когда там вот вечером, там в ресторане, в кафе, в коридоре стоим, перетираем, и там я узнаю для меня самые ценные, самые классные, самые интересные вещи, которые со сцены не узнаете, в ёбе не найдете, потому что там люди как раз делятся теми фишками, которые протестировали прямо сейчас, которые работают у них прямо сейчас, ну или, соответственно, или какие-то косяки, какие-то ошибки, которые приводят у них к снижению продаж. Так что, если вы не хотите развиваться в инфобизнесе, если вы не хотите развивать свою онлайн-школу, сюда ехать не надо. Продолжайте сидеть в своем городе, продолжайте зарабатывать копейки, потому что, подсказка, обычно люди выходят на партнерство, ну, крупные игроки, только после личной встречи. Ни через какой интернет вы личного контакта хорошо наладить не сможете. Потому что для меня вот такие мероприятия, они являются как раз хорошим нетворкингом, когда я узнаю, ну, улучшаю отношения со старыми игроками, знакомлюсь с новыми игроками, и мы в итоге начинаем очень хорошо, очень плодотворно сотрудничать. Так что для меня вот этот инфотрафик конверсии – это, пожалуй, сейчас единственная конференция, там, одна из двух конференций по онлайн-школам, по онлайн-обучению, на которые я вообще езжу. Потому что здесь, что меня очень подкупает, нет продаж. Потому что на некоторых конференциях, там, в общем, вот тебе выдают на 5% контента, 95% говорят, купи, 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 иди сюда, покупай сюда. Здесь огромная благодарность организаторам. Здесь продаж нету. Здесь вам реально выдают то, что работает прямо сейчас, то, что можно улучшать, потому что когда я сижу в зале, я себе задаю один вопрос. Вот как я могу улучшить мой бизнес? Как я могу улучшить мой тренинговый центр? Как я могу сделать, чтобы моя организация, моя компания работала лучше? Иногда то, что говорят ребята, оно вообще не связано с теми идеями, которые приходят мне в голову. Но если бы мне вот этих замечательных спикеров, которые выдают классный контент, классную энергетику, мне бы эти идеи в голову просто бы не пришли. Поэтому, когда поедете в следующий раз на такую конференцию, надеюсь, может быть, все-таки поедете, если хотите развиваться, задайте вопрос, что я могу сделать в лучше в моей компании, как я могу улучшить мой бизнес, как я могу сделать, чтобы он приносил больше пользы клиентам и больше прибыли собственнику. Я причем вот эту штуку осознал, вот уже какой там, не знаю, какая нацатая конференция, что вот это моя стратегия. Когда я себе задаю такой вопрос, как я могу улучшить и что я могу внедрить прямо сейчас, тогда мне получают самые большие результаты. Ну что, благодарю за внимание. С вами был Павел Колесов, мой персональный сайт pavel-kolesov.ru. Счастливо. Надеюсь, в следующем году увидимся.